что потратится. Температура керамическая, каменная покрытие может потрескаться. Обязательно потрескаться. Чего это может быть? Мы только что помыли посуду нельзя погореть несколько секунд под холодной проточной. И этот парень здесь, не моющий свет, не чистящий, да? Абсолютно без всяких подручных там железных блоков. Да. Температура кипения воды будет сохраняться очень долго, друзья. Поэтому мы не будем ждать времени, просто выливаем в пустое ведро. Я избавлюсь буквально одной салфеткой. То есть мне понадобится буквально секунда, чтобы наша посуда была такая. Идеально чистая и готова к следующему использованию мгновенно. А что вам дает такое свойство посуды? Экономия времени, экономия моющих средств. Горячей воды не нужно абсолютно. Небольшое количество даже холодной воды. Даже на холодной воде мы тоже немножко сэкономим. Что еще? Маникюр можно не мочить. Нервы, конечно, друзья. Теперь посуду могут мыть даже мужчины. С легкостью. У меня даже ребенок просто приготовили под холодную воду. Раз, полоснули и обратно поставили. Будет идеально чисто. Всем понравилось? Замечательно. Итак, время пришло, Владимир, переворачивай курицу. Вам аплодисменты. Выходите ко мне, будете. Прошло 7 минут. Ваша задача сейчас прокомментировать то, что вы видите. Держите инструмент и переворачивайте. Значит, расскажите всем людям степень готовности, легко ли переворачиваться и так далее. Поехали. Мы никакого масла сюда не добавляли. Посуда вытопила огромное количество слезов. Да, это абсолютно лишнее. Обыкновенно это все впиталось, а здесь, друзья, вытапливается. Вам спасибо. Вам аплодисменты. Итак, посуду будем готовить, друзья, абсолютно бесплатно. Нам понадобится еще 3, максимум 5 минут, чтобы курица запеклась на косточке. Помните про это, что она готовит уже за счет набранной температуры. Поэтому оставшееся время нужно что-то сделать. Абсолютно верно. Выключаем источник энергии. И посуда продолжает готовить уже абсолютно бесплатно за счет набранной температуры. Тем временем все видят, что пирог уже готов. Его можно показывать. Да? Но я вам хочу показать свойства посуды, друзья. Выключаем источник энергии, а посуда продолжает готовить дальше. Пусть но немножко пригорит. Договорились? Да, и потом я покажу способ посуды, как не прилипание еще раз. Итак, ну тем более, что, говоря, если я подниму крышку пирогом, опустится, да. Мы тем более еще очень поздно убавили огонь. Нужно это было сделать примерно через 2 минуты, а мы убавили через 4, когда 5 минут, да? Ну хорошо, друзья, вернемся к нашей коллекции. Я быстро расскажу про всю нашу коллекцию. Итак. Уже прямо сейчас. Друзья, когда вы пришли в зал, все прошли электронную регистрацию. Все прошли. Для чего нам нужно было? Абсолютно верно. У нас проводится электронный розыгрыш, друзья. Я, к сожалению, не знал, что он будет именно сегодня. Все ваши данные были внесены в виде данных нашей компании. Сейчас, друзья, проходит не одно такое мероприятие. Наша рекламная акция проходит по всей России. В честь юбилея компании нам исполнилось 5 лет, друзья. 5 лет. И, конечно, чтобы вы ознакомились с нашей компанией, ознакомились с продукцией, наши спонсоры приготовили призы и подарки. У нас сегодня, друзья, не только генеральный спонсор компании «Биолана», а очень много других спонсоров, которые помогают нам в организации таких мероприятий. И, друзья, в течение последних 3-4, максимум где-то 5, наверное, месяцев наша рекламная акция захватила всю Россию. И, конечно, друзья, тысячи людей, десятки тысяч людей посещают наши мероприятия и знакомятся с посудой третьего поколения. Не только посудой, друзья, но и с новейшими новинками, которые приготовили наши спонсоры. Мы сейчас обратим внимание на экран наши ребята. Говорили, в гостинице была колбасой. Переехали? Я же сказал, что... Посмотрим, где тоже у нас колонки. Я расскажу, что происходит. Значит, на данный момент... Еще, я же сказал, что... А по всей России у нас проходит более... 50-60, точно. Я точно не знаю. Мы сейчас... Мы не знаем, друзья.
недолго. Обратите внимание, кстати говоря, что курица продолжает готовиться, да? Ну, не тротит. Вообще, я буду девушка красивая, классно. Один человек, мне кажется, победителем. Правда, да, что нет возможности разглядеть, это время проходит. Сегодня наш спонсор Битова. Клара. Так, обратите внимание на экран. По всей России, друзья, как и я говорил, да, по всей России у нас проходит. Давайте посмотрим. 24 регионах. 74 презентации одновременно. Смотрите, 41 человек. А их нехватка общения, внимания. В нашей Саратовской области проходит одновременно 13 презентаций. И сегодня вместе с вами зарегистрировалось 359 человек. Компьютер случайным образом отобрал список победителей. 19 человек, кто сегодня получает прекрасное приложение. Зыги и подарки от наших спонсоров. Да, да. Нашими спонсорами компания «Электролюкс» представляет последнюю версию посудомойки. Я буду снимать. Вы же не совершаете ничего противозаконного. Компания не запрещает руководство проведения съемки посторонними лицами. Это своя версия. Дайте связи с чем. Дайте запрос, осмотр, предложение. Компания «Долги» представляет «Офи машину». Компания Samsung Юнотелевизор вместе с экраном и спутниками. Ну что, как это сказать? Если она нарушает, она не поснимает. Не поснимает. Еще кроме поснимает. Разговор был такой. Ну, слушай, все кроме поснимает. А если мы... Ну, запрещена у меня съемка. На каком основании? Ну, откуда я знаю, как на каком основании? Уже на законном основании. Для запрета. Я понимал, в суде закрытый процесс, запрещено снимать. Вы поймите, что сейчас это противное мероприятие. Ограниченный круг лиц. Ограниченный круг лиц. Нет, по приглашению. Ограниченный. Только не сотрудники компании. Коммерческой тайны распространения нет. В любом случае. А жители интересуются. Чем? Сколько звонков? У вас вчера сколько негативных отзывов было? Сколько людей? Вы одну бабу работали? Она пришла сегодня в газету. На канал пришла. Валентина Васильевна. Ну, вы же не исключаете такие моменты, что не есть. Да. Что есть, то звонок еще и люди там. И видно, что вы стали преклонного возраста люди. Понятно, что им нужно внимание, и вы умеете это внимание дать. Ребят. Не за эту цену. Хотели бы такой пользоваться? Выбирайте себе подарок. Вы сами-то не Балаковский, да? Московский? Все хотят зарабатывать, все хотят получать, но никто не хочет работать. Ну, а что он юрист? Не юрист. Что я делал? Юрист это родственник для нас практически. Что, как звать юриста? Иван. Тоже Иван? Какое счастье. Вот. Ты можешь, Саша, загадать желание. Между двух Иванов находишься. Даже кастрюльку дешевле было. На нашем канале вчера нам посмотрели ваш сотрудник, комментировал. Балаковский репортаж. Балаковский репортаж. Что вы делали? Делали сайт Балаковский. Газет. Ну тогда мы вам аплодируем. Ивановна, тогда мы вас поздравляем. Выходите ко мне. Поздравляю, вы стали победителем электронного розыгрыша. Часто приходят свои выиграть? Нет? Смотрите, а вам сейчас нужно будет выбрать конверт. Здесь приготовлены друзей подарки от наших розыгрышей. На самом деле, вариант. Значит, этот конверт скажет, что вы выиграли, да? Ваши бургеры, авторы. Вместе с Романом, да. Вот так вот, друзья, проходит на розыгрыш. Такое бывает редко. Сегодня в честь юбилея.